Всем привет, и сегодня я решила купить вот эту вот пшикалку и посмотреть, что за нее дают. Она стоит всего лишь 20 робоксов, так что мне кажется, многие уже ее купили, либо хотели бы. Все, я ее купила, поехали трейдить. Мне уже кто-то кинул трейд, давайте посмотрим, что. Ну, я даже не надеюсь, он точно не даст. Nope. Еще кто-то кинул трейд, посмотрим, что даст. Ну, она ее убрала. Как вы видите, добавила вот это вот миньона. Насколько я помню, он олдовый, но их у меня уже где-то 3 штуки. Так что давайте попросим добавить, а то мало как-то. Он добавляет рыжего кота. Но он у меня тоже, по-моему, есть. Да, вот, смотрите. Поэтому сори, я отклоняю. Мне опять кидают рейд. Добавляют ему кошку, но он по-любому не согласится, если я не добавлю. Опять не он флайрайд добавляет, ну... Дорогой дневник. Я решила немного поспамить, может так хотя бы кто-нибудь отзовется. Опа, сразу. Опять сыпу кидают, и ящерицу, неплохо. И верблюда. К сожалению, у меня это все опять есть, я хочу посмотреть еще вариант. Офигеть, блин, жаль, что не сняла, сейчас покажу. Вот такой трейд я сделала, я в шоке, если честно. Я, конечно, немного добавила, но все равно на нем флэрэд. Вот на такой нем флэрэд цепую затрейдила. Кстати, его зовут Лимончик. Короче, теперь у меня появился такой милаха. И на этом я прощаюсь. Всем пока, всех люблю.